Привет всем! Ну, сейчас получила заказ, сделала при Экстриумс. И поделюсь с вами, что я тут заказала. Только-только получила паку, сейчас открою и поделюсь с вами. Ну, вот мой заказ. Подарок дали такие его, какие-то, я не знаю уж даже, что это, надо будет попробовать. Это как подарок. Так, феники заказала сушеные. Вот. И конфеты. Такие вот, как трубочки. Зеленые, это арбузовые, а это клубничные. Тоже вот такие вот. Вот так вот они выглядят. Как они красные, внутри белые. А тут зеленые, внутри розовые. Орехи заказала. Миндальные. Килограмм. Тут все по килограмму. Так, еще заказала гречку килограмм. Мне тут очень нравится гречка. Очень такая разваристая, очень хорошая. И заказала такие орешки. Ой, в чем они были, даже и забыла. Так, мне кажется, с паприкой. Да, с паприкой. Глазурной паприкой. Ну, вот такой у меня небольшой заказ. Кажется, небольшой, но все по килограмму. И, да, и такой вот набрался у меня вот заказ. Что-то мне захотелось орешки все это заказать. И я сделала заказ. Так что, кто в Латвии живет, это, мне кажется, литовский. Есть. Тоже в Литве Рекстиумс и в Латвии. Тоже можете зайти и заказывать всякие орешки. Очень даже вкусные. Все свежее, вкусное. Я не первый раз тут заказываю. Уже много раз тут заказывала. Ну, что еще тут можно сказать? Вот такой у меня заказ. Всем хорошего дня и всем пока!